18 мая, РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания рассчитывает созвать в июне специальную сессию конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия, ОСХА, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и инцидент в Солсбери, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Джонсон в Париже принимает участие в конференции по сотрудничеству в борьбе с использованием химического оружия, организованной МИД Франции. В конференции принимают участие представители 33 стран. Сегодня мы вместе с партнерами призываем провести специальную сессию конференции стран-участниц ОСХА в июне, чтобы согласовать действия в поддержку конвенции по запрещению химоружия и самой организации. «Все вместе мы обеспечим глобальный запрет химического оружия», цитирует пресс-служба британского МИД выступления Джонсона. Министр отметил, что в последние годы химическое оружие в нарушение конвенции применялось в мире несколько раз. Жестокость осады в Сирии и попытка убийства в Солсбери несут угрозу конвенции о запрещении химоружия и тому порядку, который обеспечивает нашу безопасность, сказал Джонсон. По замыслу главы британского МИД, на специальной сессии конференции стран-участниц ОСХА Британия намерена выработать меры для противодействия серьезным вызовам, с которыми мы все столкнулись. Согласно правилам ОСХА, созвать спецсессию конференции можно при согласии не менее 64 стран-членов организации. Всего членами ОСХА являются 192 страны. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код, инфографика, самые страшные отравляющие вещества.